Текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений, обсудили в рамках телефонного разговора министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров. В ходе беседы также был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества между двумя государствами и вопросам, представляющим взаимный интерес. Джейхун Байрамов также обменялся мнениями по текущей ситуации, сложившейся в регионе, со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Было подчеркнуто, что работа, проводимая Азербайджаном в регионе на постконфликтной стадии, в том числе работа по восстановлению и реконструкции, служит мирному развитию региона. Стороны обсудили актуальные темы повестки двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные со встречей министров, запланированной в Стамбуле для подготовки к саммиту Организации тюркских государств.